Здравствуйте. Здравствуйте, Нелли Борисовна. Да, проходите. Проходите. Да. Надо меня снимать. Идемте. Единственным исполнительным органом является я, прокурор. Дам организации. Вы больше здесь не можете принимать никаких решений. Меня уведомит о переходе на другую работу. Меня уведомит работодатель. Сейчас я вас приглашаю, приходите Нелли на работу. Борисовна, работодатель на сегодняшний день, в соответствии с той статьей Трудового кодекса, которую вас уведомляем, вы можете с ней ознакомиться, открыв ее, вас увольняют не по решению работодателя, а вас уведомляют в связи со сложившимися обстоятельствами, поскольку двух генеральных директоров и двух исполнительных органов быть не может. Я вас приглашаю, приходите. Уголовная статья. Нет. Нелли Борисовна, я вас приглашаю, размещайтесь, пожалуйста. Нелли Борисовна, вам предоставим рабочее вы место. Вы не являетесь генеральным директором на сегодняшний день. Все. И точка на этом. Есть решение суда. Что в решении суда написано? Восстановить Ермолова Дмитрия Юрьевича в должности генерального директора с 21 марта 2020 года. Написано, что уволить титул? Там написано признать протокол решения общего собрания участников недействительным, в котором прописано решение об увольнении Ермолаева Дмитрия Юрьевича и назначении вас как генерального директора. Меня уволит учредитель, тогда мы будем разговаривать. Сейчас, Семен Александрович, вы можете проследовать в отпуск. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, мы вам предоставим рабочее место, будете работать. Добрый день. Вас беспокоит Сидельного расчетного информационного центра Владимирской области. Генеральный директор. Придя на работу, мне противодействует группа лиц и не пускают на рабочее место. С законным решением суда. Поэтому прошу сотрудников полиции Сленинского района. Уведомляю Нелли Борисовну об увольнении по пункту 2 части 1 статьи 83, предлагаем ей свободную вакантную должность. Ознакомление отказывается. Я не отказываюсь. Я должна ознакомиться. Что вас мешает? Познакомиться. Я ознакомлюсь. Вам что мешает? Вы с этим листочком взяли и свалили вообще. Что мешало ознакомляться? Ознакомиться. Я тоже захочу написать особое мнение. Пишите. Пишите. Согласны? Согласны. Все. Вопросов нет. Нет, я должна изучить. Изучаю. Какая у нас, Роман Владимирович, статья за неисполнение решения суда, предусмотрена уголовным кодексом? Нелли Борисовна. Решение суда исполняется там, сейчас. Решение суда исполняется незамедлительно. Да. Вы присутствовали на суде, вы его слышали. Поэтому непонятно, что делать здесь, в моем кабинете, на сегодняшний день. Когда вы меня уволит учредитель, тогда будем разговаривать. Вы заблуждаетесь. Вы незаконный директор. Общее собрание участников, решение общего собрания участников отменено судом. Следовательно, вы никто. Юля, а у нас сейчас этих не готовы ни одно уведомление Дмитрию Юрьевичу вручить о том, что завтра состоится собрание учредителей, он будет приглашен. Оно за 45 дней организует исполнительным органом. Вы не являетесь исполнительным органом. 15-го, ну и что? Давай вручим. Так, уважаемые коллеги. Еще раз повторяю, в связи с решением Октябрьского районного суда, на сегодняшний день выражено в исполнительном документе, Ермолаев Дмитрий Юрьевич восстановлен на работе.
Уважаемая Борисовна, еще раз предлагаю вам ознакомиться с предложением о переводе вас на другую работу в связи с остановлением ранее уволенного работника в соответствии с перечнем предлагаемых должностей. А также вы уведомляете о возможном увольнении по пункту 2, части 1, статьи 83, подразумевающее увольнение по независящему от воли сторон обстоятельствам. На сегодняшний день решение о судебное решение как раз и является независимым от воли сторон произошедшим. Вы присутствовали при оглашении решения суда. Вы в курсе, что решение суда в трудовом споре... Расторгает договор с одной будет только учредитель. Нет, Борис, но вы вправе обжаловать это в суде. Как решение восстановления, Дмитрий Юрьевич? Пока мне учредитель не расторгнет свой договор... Пожалуйста, я вам предоставляю место, можете сидеть здесь рядом. Нет, это кабинет генерального директора. Я ни с кем здесь ютиться не собираюсь. Особенно с сотрудниками, которые не являются уже сотрудниками. С сегодняшнего дня вы уволены. Я вам могу другое место предоставить. Вы не являетесь директором, чтобы мне предоставить какие-либо места. Кто из нас является директором? По решению суда единственным исполнительным органом является учредитель. Я. Когда меня уволит учредитель, тогда будем разговаривать. Решение суда первостепенно. Разговор окончен. Я больше терять время не буду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам для ознакомления исполнительный лист. И, соответственно, господин. Ну, присаживайтесь. Привезли несколько приказов. Надо их зарегистрировать. Сегодняшний день. Октябрьского районного суда. Нелли Борисовна у нас не является больше генеральным директором. Протокол, когда ее избрали, признан незаконным. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем с вами совместно работать. Давно парализовать работу. Познакомимся. Необходимо. Я, Кашкурсин Александрович, первый генеральный директор. Мы вас предупреждаем о недопустимости каких-либо противоправных действий, связанных с перечислением либо направлением денежных средств. Все то, что теперь согласование будет перечислено. Через мою подпись или через подпись Семена Александровича? Заработная плата. По срокам сегодня, да. По срокам сегодня начислены. Да. Проблемы с ее выплатой есть? Пока нет, мы еще не отправляли. Хорошо. Ну, то есть отправляем. Обычно обязательно выплатить нам все как можно быстрее. Здравствуйте. Хорошо? Я по решению суда, я и намечен исполнительный орган данного общества. Принято протокол незаконным сверху и назначение Нелли Борисовны генеральным директором. Поэтому, Нелли Борисовна, вот вас мы уведомляем приказ, предлагаем ознакомиться с приказом о вашем увольнении. Подпишитесь, пожалуйста. Меня не будут увольнять. Я вам еще раз говорю, учредитель. Вы незаконный директор. По решению суда протокол признан незаконным. Когда учредитель меня уволит? То есть вы отказываетесь от подписания? От подписания, да. То есть мы составляем акт об отказе подписывать данный приказ. У вас приказ. Не полномочий меня увольнять. На основании решения суда у меня есть. Меня увольняют учредитель. Это вы будете уже тогда потом доказывать суде, так как я доказал свою правоту. Посмотрим. То есть вы отказываетесь? Я отказываюсь. Все, составляем тогда акт об отказе. Нелли Борисовна, можете собирать свои вещи. Я в ней пришла. Вам грязную чашу оставить? Нет, нет, спасибо. Для чего? С 21 марта. Только на решение нам предоставляем справку места. На момент нашего приезда она здесь вообще находится, просто ее не видела. Да, здесь угодно. Не покидает рабочее место. Не покидает рабочее место, находится.
Я не буду давать комментариев в присутствии прессы. Человек без маски. Не надо за мной ходить. Вы считаете это нормальным? Я не считаю. Я отказываюсь. Я не буду. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, всем стало известно, что у нас был суд на той неделе. И на основании решения суда единственным легитимным органом в организации является генеральный директор, то есть я, Ермолаев Дмитрий Юрьевич. Вот. Не будем много разговаривать. Цели и задачи нам все известны. Это повышение качества, клиентоориентированность. Нам необходимо увеличить количество в платежном документе дополнительных услуг. Вот. Поэтому сейчас я поеду подавать документы в налоговую и в банки. Семен Александрович.